Представляю вашему вниманию аппарат POC-M. Аппарат оснащен цангой для работы с парфюмерным флаконом диаметром крышечкой 22 мм. Просто и надежен в работе. Ну, показываю, как он работает. Значит, снимаем распылитель, крышечку одеваем, ставим приемный столик, устройство. Устройство центровки флакона под цангой. Вот, в общем-то, и все. Крышка плотно зафиксирована. Одеваем пульверизатор. Наше изделие. Показываю еще раз. Крышка не деформируется. То есть декоративные свойства крышки остаются. Также аппарат оснащен подпружинным столиком для предотвращения раскола флакона. Усилие нажима подбирается оператором. Зажим исключает подтекание флакона. Герметичность 100%.